Добрый вечер, друзья! Продолжаем смотреть на демо-версии грядущих новинок, и давайте посмотрим на игру One Button Bosses. Приветики! Меня зовут Туз, помощник. Добро пожаловать, пилот. Добро пожаловать в офис. Я представлю тебя нескольким из наших больших боссов. Сперва... Вот, чё, в общем, чё, конечно, день, это HR-щик. Щёлкни или нажми пробел, чтобы изменить направление вращения. Еще три раза. Раз. Два. Один. Избегай красных атак. Красные — это плохо. Подсказка для тебя. Мой корабль будет атаковать автоматически. Наверху можем отслеживать его здоровье. Я почти побежден. Победа! Но мы настреляли ранг B. С первой попытки победили. Погнали дальше. Отличный способ открытый офис, чтобы встретиться с нашей командой. Но сперва еще одна встреча с HR-ом. Он стоит вот с роботом подсказкой. Мы еще, возможно, не готовы. Итак, поклонение, уклонение, говорят. Итак, стрельба — это классическая атака. Чем быстрее моя скорость перемещения, тем скорее и быстрее я буду стрелять. Чем сильнее, чем быстрее я становлюсь, чем сильнее пули будут выстреливать. Пули маленькие, средние или большие. И перемещение у нас может быть. Вот эта штука позволяет нам менять наше перемещение. Эта штука позволяет делать дэш и проходить сквозь опасную область. Но возьмем стандартно. Поехали! Быстро двигайся, чтобы быстро стрелять. На этот раз мы стреляли на ранг А. Неплохо. Пойдем наверх. Встречай звездочку. Звезда нашего офиса. Они принесли такой крутой стартап в наш офис. Я отличаюсь от других боссов. Я крутой босс. Ну давайте посмотрим. Насколько ты крутой босс. Ай.
Ай. Ой, а как? Страшно. Уходим. А ну-ка присядь, малец. А ну рестарт. Я не доиграл еще. Ай. Я думаю, я проскочу до появления этой штуки. Как это он по мне не попал? Победа! Со второй попытки настреляли на ранг B. Но мы можем вернуться сюда. Мы все еще не уверены, как Квад стал большим боссом. Но они абсолютно точно знают, как вести себя подобно боссу. Квад победит пилота. Квад заставит родителей гордиться им. Ну, новых механик у нас пока все еще нет. Продолжаем. Первая попытка. Уходим. Ой, уходим. Страшно. Ай. Но мы победили Квада. С первой попытки. Ранг S. Неплохо. Что ж, подожди, пока не увидишь полную игру, говорят нам HR будущее. Окей, нам все еще пока ничего не разблокировали. Поехали. Ага. Вы считаете это нормально? Точно. Походим. Ага.
Опасность, говорят. Ать. Поженишься? Но ему последняя полоска осталась. Со скоростью, конечно, не идеально, но за 2 минуты мы победили этого босса. Отличная работа! Что ж, теперь можем показать тебе свой отдел R&D. Что означает рифы и исследования? А рифы — это бесконечная реиграбельность. Звезда говорит, что она хороша, что у нас такая крутая игра рогалик. Но прежде чем ты сможешь сыграть в Рифт, добавь игру в список желаемого. Ну а мы с вами посмотрели на демо-версию игры One Button Bosses. Боссы, играемые одной кнопкой. В полной версии будет 50 созданных вручную уровней, более 100 различных кастомизаций игрока. Полный режим рогалика, более 20 песен в саундтреке, история революции Туза, Леона Жаса и множество смертей. Большое спасибо за просмотр и увидимся! Но сперва попробуем режим рифта. Так, когда мы просим максимальную жизнь, скорости мы больше не замедляемся, но есть небольшой кулдаун. Так, минимальная скорость постепенно увеличивается. Когда нас ударили, мы ускоряемся. Давайте атаку возьмем. Пусть наша максимальная скорость увеличивается. Так, максимальная скорость постепенно в среднем потом увеличивается. Наше ускорение увеличивается, или минимальная скорость. Пусть минимальная скорость у нас увеличивается. Нечего набегать с маленькой скорости. Так, урон маленьких пулей увеличивается. Неплохо. Можно увеличить минимум скорости или скорость атаки. Давайте тебя. И двигаемся дальше.
Готово. Давайте скорость атаки, наверное, самую малость увеличим. Или минимальную скорость. Чем меньше, чем больше у нас скорость, тем выше наша скорость атаки. Что тоже неплохо. И это средним образом увеличивается. По идее, это лучше, чем увеличение скорости атаки. Тогда и нам чуть сложнее будет управлять. А, ладно, возьмем тебя. Что это такое большое и страшное? Это квадратик. Ай! Страшно. Ай! Не досчитал его скорость. Так, мы должны дать что-то хорошее. Когда мы поворачиваем 5 раз за короткий период времени, наше ускорение значительно увеличивается. Когда мы поворачиваем на максимальной скорости, больше нас не мы не получаем замедления. Ну давайте побег от опасности возьмем. Ай, не досчитали. Вау, это что такое? Так, пока держимся, у нас еще есть жизни. Ай. Ах, вот это было подло. 75% и 70%. Нам это давайте вернемся именно к карту и в главное меню. Мы смотрели на игру One Button Bosses. И еще раз большое спасибо и увидимся!